Да пока он в рейд идет, надо было с ним одному тут дрочить, да? Так я один подрочусь. Он так делает каждый раз. Гнилая жопа, блин. А ну верни, блядь. Маленький дождь доплыл, идет маленький. У меня позже заливает, хотя уже вот-вот-вот только заканчивается. А, это значит к тебе пошло отлично. А ты в каком районе? Я в Фрунзенском. Пряток. Ты гонишь. Помню. В какой части? Может, еще рядом со мной живешь? На Бельского? Ну, блядь. Я на Пушкина сейчас живу. Оказывается, что мы соседи. Да, почти. Тимур, с тебя стаки не слетают? Тоже слетат. Один шар давай оставлять, короче, мы не успеваем, у нас обновляться, это ни хрена. Один шар уже этот оставим и в самом конце возьмем. Самый дальний шар один оставим сейчас. Вот сейчас вот бери шар. По идее должно остаться сейчас. Они что-то время что ли увеличили? Олик, вы летаете вдвоем, она так медленно хилится. Так нет, у нас почему-то стаков не хватает. В смысле, они успевают слетать между этими. Вы, походу, неправильно летаете. Дима, вряд ли они неправильно летают, с учетом того, что они всегда это делают. Такое ощущение, словно здесь увеличили время нахождения в этой. Над последней искрой просто летайте. Не собирайте ее, пока таймер не подходит, потому что обновляется, потом собирайте просто конец. Нет, раньше это типа у нас времени на все хватало, мы сразу забираем и почти сразу улетаем. Давай, сделайте тогда так, как я говорил. Не, мы я сейчас так и делаю, как бы сейчас держится пока. Ну, уже как бы поздно, уже почти дохили.
Алис, ты как бы, если что, можешь под ней волну держать и хилить её. Ой, волну эту, ливень, блядь. Квестгивер, куда побежали? Ручник дернули, развороты вернулись. О, бычки стал. Что привело тебя сюда? Осколок. Чё, серьезно? ГЦ, Колик. Сколько у тебя жестких? 10 осколков, понимаю. Чё ГЦ, Колик? Я говорю, полик ГЦ с плащом, хороший плащ, и желтая дырка. Полик ли? Давай посмотрим. Да не, я 84-й СРС-ок возьму, вроде бы. Да, в смысле, 84-й мусор. 84-й? Вот дерево третирует из-за красной дырки. Нифига не 84-й не мусор, угораешь, что ли, сейчас бы хуже был. Там буквально чуть-чуть больше статов, но тут дырка желтая. И потом можно просто сразу 290 взять. А мне пофигу, какая там дырка, я вставлю камень, который захочу. Короче, не хочешь, ты не хочешь. Так, это мусор, и второй тоже мусор. Поехали. За 290 я не гонюсь, а за 84. Сколько их упало за все хождение в РС? Вот сколько, блядь? При мне ноль. А я куда-то тороплюсь, что ли? Что дать? Играй ноги. Паш, Бэдлол, сам подумай, какая разница, какой сокет в плаще? РСовский дает 118 СПД, а сокет бонус дает 5 СПД. Не считая всех остальных статов. Понимаю, вот в прокопа для каких-то... Какой штанс полутать 84-й, и он нам упадет. Паша, вот скажи, вот я пока данную функцию прохила выполняю в ОКГР. Для чего еще мне нужен? От того, что я полутаю плюс 5 СПД, вот прям, не знаю, я буду совершать больше действий в разы, чем предыдущие, что ли? Ты можешь сейчас именно полутать плащ... Сейчас и на потом 5 СПД просто больше, отказаться и 200 90 я все завязывайте, блядь. 290 ты у кого-нибудь посмотри, есть у кого-нибудь 290 у любого в перспективе, я тебе говорю, перспективы я и на токены, но на токены ты посмотрю, хоть у кого-нибудь 290 фул еще есть. Финмас, если что, свалите, блядь. Не свалите, следи, блядь. Уснул, у Журилока на следующем КД будет фул, если он захочет токен забрать. Ну, уже не будет. Вот. Я говорю, это все такое. Я данную роль свою выполняю, а остальное пофиг. Шмоток я еще налутаюсь, успею. Нет, ты сможешь полутать, у тебя нормально. Вот я не смогу печень полутать. Он там бег забирает. Да, дупло. У меня тут рядом как раз таки рот. Паш, тыкни мне ГБ. Ты в 38-й школе учился? Да. Там у нас есть, походу, один кореш, который с тобой в параллельном классе учился. Ну, у меня с Серегой. Юрка, это волк такой. Блин, так давно было, я не помню, честно. Возможно, кстати говоря. Ты ж наш ровесник, да, с Серегой? Или нет? Сколько тебе? Трэш, блин. 21. А, не. Ну, было вот это давно, да, но... Юрка в школу закончил в каком? Он с 9-го класса ушел там. И, наверное, только... Ладно, все, хорош пиздец. Не советую, Мурлу. Кто-то тогда 100 ГП полутал за это. Че, перекур будет? Да. После леча. Перед лечом. Перед лечом поставлю.
Мы что, будем стоять или будем запускать ивент? Чего мы ждем? Команды запускать не было. Финмас опять уснул. Алира, Куки, Сукубик, Макрос, Дадрифт, Макрос курить отходил. Запускай. Хорош урок. Опять заивайдили. Финмас. В центр встаньте, пожалуйста, я не хочу больше войти. А ты лук поменял? Да? Кукич, а что ты еще на пале делаешь? Он думал, что ноги отдадим, а я дал Сереге, а Серега их пыльнул. Что кинули бедняжку? На продаж. Мунк получает добычу кристалл пропасти. Мунк получает добычу кристалл пропасти. Он две шмотки распылил. Вот не надо было ставить мамонта. Вот не надо было. Совой традиция, походу, дело здесь засыпать. Ой, что с ним делать, а? Блять, надо где-то найти сову, которая дамажит, не засыпает и не сладкая. Я могу стать совой, которая дает инер и дает БР. Главное, чтобы эта сова на балкон с ноутом не уходила. Он, походу, делал на вальке устал. Да он давно не играет. Очень давно. А что с Гарри, кстати? Он импис. Отдыхает ему от его. А у нас же, Паша, есть совозаменитель. Да? Синий. Синий совозаменитель, я столько инеров не даю. Ну, он зато себя бэрить умеет. Ладно, вот эту штуку надо было смонить на талик. Потом просто притянем. Окей.
Ну так, единственное, что хуёво, что борф. Финн стащится от ворфов, что ли, у него и паладин двор. Я в курсе, да, что если вот вы это говно пулите, то мелкие драконы дают перенаправление? Да, вам пиздец. Нормально, собственно. Кокич, ты уже можешь выходить на робот. Как же ты заебал? Ёбаный дракон. Да, чем ты дракон пошёл? А корешок споткнулся? Не, мы... Я на лестнице умер. Я специально отошел нахуй подальше и все равно дыхание не брает. Я... Так наоборот, надо было ближе подходить, конечно. Под него. Он в принципе не должен на рейд смотреть. Когда в воздухе, он на всех дыхание кидает. Он кидает изначально в тебя. Ты же у него этот вот первый по гробу, он в тебя и дыхнул. Зацепив 6 человек еще рядышком. Ну и Пашу на лестнице. Бля, назад отбежал. Марин, поставь шкаф, пожалуйста. АФК 30 сек. Да нет, Алис, принять-то я его могу. На перекуре скажешь, что вот писал, перед чем поставлю перекур, пройду кофе сделаю, как бы. Так, само немного. Авант с Джайной еще кому-то нужен? Какой? Собственно, Джерла практически ставит. У Джерла он есть. Не, он а ставит он то, что... Перекур. Да, без перекура, чтобы нашли.
Так, короче, на пол. Дупло чего не хватает, Дим? Кулака. Есть на тебе 6 кулак. Минут. 6 минут. 30 вот минут на тебе кулак. Ты только что обновили. Поехали. И под рулидом. Кто ловит, Лёва, ты первый? Войд. Ты нет, да. Войд? Угу. Удел смертных! Чё? Зачем вы сюда явились? Мне показалось или там на секунду оно зависло? Да. Анимация притяжки тоже какими-то рывками. Вот, блять, мне что-то казалось, что слева. Испортила тебя шея, Серега. Прям побежал так. Считай, шею полутал за 100 гп. Не бесполезно. Банк поднимешь, Серега? Прибавку шика. Палка. Престопский сам себе дашь, Серег, у меня освобожденка. Каска МК5, надеюсь, там появилась. Каска уже есть. Так и не набираем. Вторая фаза пошла. Монг метка. Метка. Их дай Геру. Бежали.
И что это, блядь, за говно? Почему она подвинулась? Почему она на нас смотрит? Паш, понимаете? Иннер в талию. Ко мне, блядь. Я со стаками. Зубы попроси. Дайте зубы Бенлолу. Прости, Полик, я к самому хвосту отошел, чтобы никого не задеть. Я не ожидал, что ты там будешь. Да, меня еще и ответку ударила сейчас. Что это за охуенная смена танков была, когда она сначала смотрит на банку, потом она смотрит в рейд и на войда, потом она смотрит опять на банку? Побежал скидывать стаки за глыбу. В таргете глыбу держал. И вот эта хуйня вся была. Может, на пул будет хуй сказать? Можно посмотреть по видео. Или на пол, или не знаю, что это было тоже. Я забрал, охрана на мне, он уезжает на чардж, и тут она перегрывается на него, и на войде плюс 400 тысяч розы. Ну, ретаунов там же не было? Нет, не было. Нет, не было. А там же обжигающий холод, Паш, это ОЕшка от дракона. Их убила, они дыхали. Просто ближе, такое. Ближе стал к рейду, поэтому не успели отбежать. Да, никто и не стал отбегать. Подожди. Ну да, там за глыбой кто стоял, они не стали отходить. Сова проснулась. Че, можно перекурить? После лича. После лича. Их не было осколка? Есть, был. Он орёт. Есть осколок, вижу, орёт. Я вам когда-нибудь скрин сделаю того говна, который у меня творится. Один сейчас осколок. Так. Пиха, тебе надо в казино, блядь. Хотя ладно, Серёг, лучше, если прям сильно вырубает. Ну давай, шуру спать, сейчас накину их, да? А как же радость от багухи там сидел? Счастливый, наконец-то. Бля, счастливый спать пошел, Найс. О, кстати, макрос действительно. Походу, ну, не знаю, банк, ну естественно, кому уже из наших не надо, то можно. Что он хочет? Навары что-то? Угу, маунтов. Коня хочет. Ну давай, я лича потанчу, ты трэш. Лича заебался, уже давно не танчу. Пиха, мы с двумя вагонами идем, блять. Давай еще третий возьмем. А потом Тимур просто уснет, и Джайну мы будем завтра добивать. Паша, можешь вот тут перед ногами вот этого зеленого дурака поставить 3D-метку какую-нибудь, чтобы центр видно было? Так удобно. Не, не в нем, перед, немножко перед его, да, вот где портал он поставил. Ага, спасибо. Потом покурите, после джайны, ребята. Давайте быстренько закроем нахуй. Это так хуёвое РТ-сение. Да, долгое очень. Я так, бы а тоже без перекура.
почти 11. Я захожу. Давай, я захожу. Да, пиха, кому как. Кто-то 12 осколков лутает, а кто-то 200 ГП. Нет, Соня, давай не будем. Это кому? Я макросу. Ты можешь слететь с там монокола. Ну, Слипи за ГП не хочет забирать сейчас. Зайдешь на 300. Еще быстрее, все. Пожалуйста. Вообще на пол. Тупо душит. Не пускаю. А, Вар, подожди, подожди, Вар в кулаке. Он нужен? Чё? Вар в кулаке. Я запускаю. А, Вар, бежи. Какой? Он, блядь, здесь, что он? Где он? Тут король ищет дождь. А, всё. Вар в кулаке, лайфхак, который в 8-й группе. Лёва на шаркарях, да? Угу. Лёва, тебе надо дерсу снимать? Нет? Нет, нет. Бейте, я пока это. То, как обычно, блять, когда забагает 150 раз. РДД. Подвинулись. Шаркарей двинь. Если следующая в РДД, то лича двигаешь. Шаркарей тоже. РДД, лича двигай. Мили. Алис, напомни потом ДК прописать и авторизовать. РДД. Пиха, Паша. Тыкаешь. Скажи мне, вулкана. Сукубик. Можно просто? Да я не спешу, я не успеваю. РДД. Ой, блядь. РДД. Что с тобой, пиха, блядь? Это, блядь, карма.
охуенно позвонили. Блэкбери. Талия. Чума надо, хули нет? Нет, Тимуру не спрошу. Да, охуенно тебе позвонили. Ну извините, у меня мобильный не снимется. Тебя бэрить можно? Нет, да? У него крест должен быть. Крест КД. Потом его бэр ничего не шел. Ты перезашел, все нормально? Ну, значит, лежи. В принципе, не бэрил. Можно с одной стороны танчить адр, и не каждый раз, блядь, куда захотел, туда повернул. Ну так он с той стороны появился просто. Какая разница? Огромная. Ты хочешь, чтобы я его через весь рейд проводил? Мы с тобой уже говорили насчет проведения, и ты же банка говорил. Но он появился с другого края. Да, а что, чем плохого сейчас в этом? Поднимай. Мне сказали не поднимать. Поднимай. Валькиры хватают сразу осквернение. Схватили, разбежались. Осквернение пошло, разошлись. После осквернения под спину плечу. Лич в центре должен быть. Осквернения разошлись. Ластовую вальку при человеку убивать 5%. Спина где у него? Какого хуя вы сбоку стоите? Разошлись. И все три вальки сейчас, блядь, плутают КП, чтобы не стояли сбоку. Не летели воспоминания. Он хороший день. Блять, с какой стороны? Сейчас.
Два. А вот этих вот всех смертей бы не было бы, если бы Лич добивался, блять, на краю, в центре. Прошли, ЭМА сдали. Стоим. Хорош. Спасибо. Я правда думал, что ты суицидишь, Саш. Почти был уверен, что улетишь. На центре не лети, а сохранение 8. Раз. Два. За мной пошли. Уводи. За спину все. Гимноману можно? Сейчас после склонения скину. Духи, потом сразу осквернение разошлись. Раз. Два. Пошли. Мурлок, ноги сломаю, если будешь вперед спрыгать. Пошли в угол. Осквернение разрушить. Добьете до комнаты, да? Да.
Ну а теперь скажи, какая разница, с какой стороны рейда стоит дух, особенно если это первый и последний? Лёх, не два, с одной стороны один. Тёрнули, в другую сторону тёрнули. Знаешь что? Смотри, банально, люди стоят, начинают выносить сферу. Ну кто-то стоит, сдаёт. Они её не выносят. Ну, тем не менее. Хорошо, они выносят сферу, и что? Что? Куда? Что? Что? Стоит, смотрит больником в центр, допустим. Угу. Не видит то, что сзади проводят дух, а начинает поворачивать. Его не проводят. Откручивают. Его не проводят, в том-то и дело. Он с краю появился, с самого краю. Его просто взяли и отвернули от рейда, даже не сдвинули с места. Ну и теперь скажи, нам нужно было его провести просто насквозь его рейда, просто чтобы поставить там же, где был предыдущий, блять, в 35 метрах? Ну, типа, не вопрос, мы так и сделаем, но не отвечаю, что он не задует. Наш разговор с тобой, что можно изи провести его через рейд, когда он в центре рейда. Вот мы когда это с тобой обсуждали, появляется дух в центре, и ты на меня ругался, что я выбрал кратчайшую сторону и поставил его не там, где стоит другой. Или где умирал другой, да. Было такое. Типа, блядь, желание клиента закон, будем вводить. Но за последствия не отвечаю. А чё мы не могли определиться на треть, ну, при переходке на третью фазу туда-сюда? А там у Воида спроси. Давай стрим подключу сейчас.